Продовжуємо слідкувати за подіями в Казахстані. З нами зараз на зв'язку є Ігор Чубайс, доктор філософських наук, автор нової інтернет-монографії «Руська історія. Авторська концепція проти офіційної міфології». Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ігорь Борисович. Ми вже сообщались. Ігорь Борисович, ну от ситуація в Казахстані міняється, ну не то, що кожен час, а буквально кожну минуту. От буквально кілька хвилин назад я прочитала новость о том, що в Казахстані захватили, в Алматы захватили вышку телевизионную, там перебои с интернетом, с мобильной связью. Ну, а если говорить глобально, то мы знаем, что Россия ввела туда своих так называемых миротворцев. Что происходит в Казахстане вот с вашей точки зрения? Ну, в Казахстане очень многое происходит. Можно как бы комментировать сиюминутную ситуацию. Вот очень характерно, что неделю назад ни один политолог ни в России нигде не предсказал бы, что в Казахстане десятки тысяч человек выйдут на улицы и будут свергать режим. Дело в том, это показывает, что вот эта тоталитарная система, она носит совершенно искусный характер, она в любой момент может рухнуть, когда власти этого не ожидают, а люди выходят на улицы. А если говорить не в сиюминутном как бы измерении, а в стратегическом таком философском плане, я думаю, что все, что происходит в Казахстане, вполне предсказуемо, потому что тоталитарный режим, ленинско-советско-тоталитарный режим, который расползся по Европе в свое время, по Азии, он уже давно угасает, он уже давно распадается. И давно уже Польша, Чехия, Словакия, Румыния стали свободными. Уже и Эстония, Латвия, Литва, Украина стали свободными, Молдова становится свободной. Вот сейчас этот процесс распространился уже на Азию, и Казахстан, и казахские граждане Казахстана вышли отстаивать свои гражданские права. Поначалу это была просто борьба за имущественные права, за недопущение повышения цен, но на самом деле за всем этим стоит очень серьезный политический мотив, очень серьезные политические требования, и очень быстро требования снизить цены на нефть и на бензин, и на мазут, и на газ превратились в требования сменить весь политический, так сказать, все политическое руководство страны, и за это Казахстан сегодня борется. Ну и получится или не получится? Вообще, если говорить о сценариях развития, сколько их и какие они? Вы знаете, конечно, сценариев развития может быть много, потому что слишком много факторов действует. Но то, что звучит из Москвы, это самый худший сценарий развития событий, потому что Кремль всегда выступал против демократизации, он всегда шел на обострение, он шел на силовые приемы. В 1956 году это было в Будапеште, в 1968 году, 21 августа, войска были введены в Чехословакию. Были серьезные угрозы Польше, пока Ярузельский сам не ввел чрезвычайное положение в своей собственной стране. Вот. И это продолжается, причем это ничего не дает, это просто отодвигает развязку, потому что я уже сказал, что эти все страны, в которых были восстания, бунты и протесты, они сегодня свободны. И Кремль действует как совершенно ортодоксальная такая машина, которая не знает колебаний, не знает дискуссий, не знает разные мнения. Она, если кто-то крикнул «свобода», значит, этого человека надо уничтожить. Значит, эту попытку установить демократию нужно пресекать. Вот и то, что происходит в эти часы. Вы знаете, очень многие вот эти дни, многие у нас писали о Казахстане. Конечно, все обратили внимание, все живут этими новостями. Но то, что будут введены войска, я честно скажу, это неожиданно. Это мы не ожидали. Мы не думали, что так далеко зайдет. Хотя все уже настолько запущено, настолько сложно, что ну, в каком-то смысле можно сказать, что Украине будет немножко легче, потому что им не хватит сил подавлять и Украину, и Казахстан, и контролировать ситуацию в России. Поэтому все противоречиво. Но, возможно, другой сценарий, когда Казахстан останется непокоренным. Надо иметь в виду, что басмаческое движение в Центральной Азии, оно продолжалось фактически до начала Второй мировой войны.
даже УПА, даже Украинская повстанческая армия, она воевала до 1954-1955 года, но потом она была задавлена. А басмаческое движение продолжалось дольше. Поэтому, возможно, разные варианты и разные протесты. И вполне реален сценарий такой, когда Россия, ну, Кремль увязнет в Казахстане. Мы же знаем, ну, что происходило в Афганистане. Это не так уж далеко от Казахстана. То есть вы сравниваете вот эти события именно с Афганистаном и вводом советских войск в Афганистан. Вот, да? Вот у вас конечно, такие параллели. Да, конечно, да. Это одна и та же модель поведения. Я уже сказал, там, где звучит голос свободы, там появляются силовики тоталитарных режимов, которые не могут перенести это слово, не могут это спокойно слышать. Значит, начинается противодействие. Но силовики, вообще, если говорить как-то о здравом смысле, должны соотносить свои возможности, свой потенциал с реальностью. Вот мне кажется, что то, что происходит сейчас, напрягает российских силовиков до последней степени. Потому что внутри страны обстановка очень напряженная, потому что огромный уровень недовольства, возмущения, запрет деятельности мемориала, он таким мощным резонансом прошел, протестным резонансом прошел по всей стране. Ни один русский человек не вышел с плакатом «Запретите мемориал». Такого не было. Все требовали свободу, свободного действия мемориала. То есть внутри страны обстановка очень сложная для власти, а теперь они еще влезли в Казахстан. Ну вот, знаете, последние события в Казахстане все-таки вынудили меня поднять некоторые архивы заявлений российских политиков, на которые я, может быть, в свое время не обратила такого вот внимания. Сейчас я хочу процитировать, чтобы и наши зрители, наши глядачи украинские тоже об этом знали. Ну, к примеру, в конце 2020 года глава Комитета Госдумы по образованию и член «Единой России» Вячеслав Никонов заявил в телеэфире: «Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Казахи существовали, но гораздо южнее. Собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза», сказал вот этот вот депутат «Единой России». Примерно в то же самое время Жириновский заявил, что Казахстан, цитирую, «был создан искусственно советской властью». Ну, это, конечно же, вызвало возмущение со стороны властей Казахстана, но вот тем не менее. И последняя цитата президента России Владимира Путина на его последней пресс-конференции, вот он сказал, что Казахстан является одним из самых близких союзников, и такой достаточно он ее назвал «русскоговорящей страной». И вот в связи со всем вот этими заявлениями и последними событиями я бы хотела у вас спросить, а какие, собственно говоря, аппетиты у Кремля касательно Казахстана и есть ли эти аппетиты? Ну, тут могут быть разные развороты событий. Я не удивлюсь, если революция в Казахстане победит, а реакцией станет действие заявления Кремля о том, что Западная Сибирь наконец вернется в родную гавань, и какие-то территории Казахстана окажутся территориями под вопросом. Но, конечно, главная задача Кремля – это не повышение жизненного уровня России, это не экономические успехи, это не авторитет страны. Главная задача Кремля совершенно очевидна – сохранение собственной власти. И когда этой власти что-то угрожает, то тут уже никаких правовых норм, моральных норм, ничего не существует, сметается все. И мы же видели, то есть вот, но особенно как-то возмутило то, что Такаев стал заявлять, что это действия заговорщиков, которые заранее все спланировали, которые обучались за рубежом. Но это калька, то же самое мы слышали про Майдан. Я был на Майдане, я не видел там иностранных агентов. Ну, это вот, Украина. Кстати, да, обратите внимание, риторика вообще-то очень похожая и касательно Украины, и касательно Беларуси. Лукашенко говорил, что вот кто-то там действует и руководит этими процессами извне. И вот точь-в-точь мы эту самую риторику слышим и в Казахстане. Да, то есть они идейно, наши власти идейно, но абсолютно несостоятельно, ничего не могут придумать. Более того, если говорить конкретно о Казахстане, ведь буквально пару недель назад наш МИД обратился к американскому Госдепу с предложением о укреплении безопасности и так далее, и так далее. В этом документе говорилось о том, что он нарушает международные права, международные нормы. Там говорилось о том, что все страны, которые входили раньше
в состав Советского Союза, не могут быть членами НАТО, не могут вступать в НАТО. И вот, то есть это как бы воля народа, это вот она формулируется официальными представителями России. А оппозиция в Казахстане только начала говорить, только начала публиковать свои заявления. И уже одно из первых заявлений говорило о том, что Казахстан выйдет из всех организаций, в которые входит Российская Федерация. Из этого ШОСа, из АДКБ, и из военных соглашений и так далее. То есть как только вот прорывается этот тоталитарный капкан, тоталитарный бетон, мы слышим настоящий голос народа, подлинный голос казахстанского народа, украинского народа, собственно, и белорусского народа, который не удается задушить. И этот голос, эти настроения совершенно несовместимы с тем, что они говорят в Кремле. То есть вот такой разрыв между реальностью и пропагандой, он становится все более очевидным для российских граждан. Потому что, к сожалению, не все же у нас не смотрят телевидение. Есть такие люди, которые смотрят телевидение, есть даже такие, которые ему верят. Но вот эти события в Казахстане, они срывают эту маску, срывают эту ложь. Это же становится очевидно. Народ вышел, люди вышли, хватит дурачить людей, хватит их грабить. Ну, а вот тем не менее, вы допускаете в Казахстане какой-то такой сценарий, как в Крыму, к примеру, на том же севере Казахстана? Ну, сейчас трудно выстраивать такие прогнозы, потому что ситуация очень живая, она действительно меняется каждый час и каждые полчаса. Но если в Казахстане победит, чего бы я очень хотел, конечно, я целиком солидарен с казахстанцами, если победит демократическая революция, то, ну, тогда, я думаю, ФСБ будет сосредоточить свое внимание не на Украине, а на Казахстане. Вот сегодня Украина защищает Европу фактически. Ну, а в таком случае, если победит революция в Казахстане, в Алма-Ате или Астане, не хочется даже говорить, Нур-Султан. Но в таком случае будут наверняка претензии выдвинуты. Я уже сказал, что окажется, что Западная Сибирь давно стремится в родную гавань, и половина территории Казахстана на самом деле вообще это непонятно что. И она должна... Ну, это пройдет. Игорь Борисович, а если не победит? А если не победит? А если не победит, понимаете, все равно это процесс, который однонаправлен. Нельзя, знаете, как говорил Степан Бандера, как писал Степан Бандера, нельзя запретить идею, время, остановить идею, время, которое пришло. Время демократии, время свободного выбора, время собственной идентичности давно наступило. И народы, которые входили в состав СССР, которые до сих пор не свободны, они огромную цену платят за это отставание, за этот регресс, за этот консерватизм, за это мракобесие. Но все равно так устроена история, что рано или поздно правда побеждает. Поэтому вопрос может быть отложен. Революция в Казахстане может быть как бы заторможена, но она не может быть отменена. Потому что, знаете, можно сказать очень просто. Все эти страны, и Узбекистан, и Таджикистан, и, конечно, Россия, и Казахстан, они нуждаются в радикальных, глубинных экономических и политических реформах. А штыки, которые вытаскиваются из спецслужб, они и на них трудно держать трон правителя, но штыками не делаются реформы. Поэтому вопрос реформ останется нерешенным, и проблема будет еще острее, еще труднее. Ну, я скажу только, что вот на эту минуту я читаю телеграм-каналы различных, в том числе и российских медиа, которые, я так понимаю, там в большем количестве представлены, пишут, что последний час в Алма-Ате слышны выстрелы, взрывы, не прекращаются десятки раненых и убитых. Будем следить за ситуацией в Казахстане. Спасибо вам большое. И пожелаем успеха казахстанцам. За свободний Казахстан. Дякую дуже. Ігор Чубайс був з нами на зв'язку, доктор філософських наук. Продовжуємо слідкувати за подіями в Казахстані. На сайті Радіо Свобода є живий блог, де наживо кореспонденти Радіо Свобода оновлюють інформацію щодо подій у Казахстані. Залишайтеся на зв'язку.